Игра попугай. Привет! Я самый умный попугай Дормидонт. Я отлично говорю и тебя научу. Выбирай букву для игры. Нажимай на кнопку и повторяй слова. Говори громко и четко, чтобы Дормидонт остался доволен. Вот такой веселый попугай Дормидонт прилетел в гости к детям. Такая игра очень симпатична для того, чтобы начать общение с ребенком и проверить его звукопроизношение. Зайдем в настройки. Сложность слов для повторения может быть простой или более сложной. Подскажу, что есть такая настройка «Нотка». Здесь, если есть дополнительная музыка, можно снять ее. Мы выбираем, например, чтобы ребенок повторил нам слова со звуком «ш». Нажимаем на нашу кнопочку. Шина. И повторяем слова «шина». Каша. Каша. Обязательно повторяем слух. Тушь. Тушь. Услышали, как ребенок произнес эти слова, и выбираем следующий звук, например, «щ». Щиток. Ребенок не видит картинку, он слышит только, и поэтому для нас отличная возможность убедиться, как ребенок на слух различает слова и четко их повторяем. Есть возможность выбирать разные звуки для того, чтобы убедиться и услышать, какие звуки ребенок произносит правильно, а в каких делает ошибку. Дело. Заполняя речевую карту и отслеживая, какие звуки у ребенка нарушены, тоже можно предложить эту игру. Ребенку интересно повторять слова за попугаем, да, и наблюдать, что здесь происходит. И вот этот момент, когда ребенок отвлечен от картинки, слышит слово, дает более спонтанное повторение. И поэтому специалисту легко понять, какие у ребенка звуки звучат правильно, а в каких есть дефекты.